Давным-давно существовал черный маг-квадрат, который превратил всех в зомби. И, ребятки, красный шарик пытался с ним воевать, но это не закончилось успехом. И теперь красному шарику предстоит убегать от зомби. Они внезапно на него напали, но у него ничего не вышло. Они схватили его. И теперь красного шарика спасут только растения, а именно орех. Всем привет, ребята, меня зовут Спорю Лиду, это Орешек из игры Растения против зомби. Это новый персонаж, который сразится с кучей зомби вместо красного шарика, который его спасли. Но нет, они его споймали и утянули в плен. Но мы его, ребятки, точно спасем, это я вам обещаю. Так что поехали. Так, вот он, маленький зомби. Так, нажмем как кнопонька. Она уже нажата, точно. Теперь мы можем сюда залезть и перепрыгнуть, ребята. И тут нас ждет что? Флажочек. Так, и две вот эти штучки. Теперь прыгаем. И зомби у нас побежден. Отлично. Отлично. Тихо, 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 тихо. Все, ребят, мы тут забрали. Теперь вот этот вот негодяй. Все, ребят, мы с ним тоже справились. Ну что ж, погнали дальше. Так, звездочка. Раз. Ой, что-то слабенько как-то. Ты что такой задира-то попался? А? Ну, задира. Стоп, мне же кнопонька эта нужна. Мы ее быстро нажимаем и быстро-быстро-быстро прыгаем сюда. Оп! Ах ты, обманул меня! Представляете, запрятался за уголком и напал. Вот это да. Вот это зомби обученные. Вот только кем, непонятно. Так, оп, кнопка. Нет! Пила распилила нас. Что ж такое-то? Так, ну зато мы по-быстренькому тут допрыгнули. Все отлично. Ух ты. А вот и зомби подъехали. Так, это у нас тут кнопка, которая специально тут открывается. Мы до нее допрыгиваем. И нажимаем следующую кнопку. Так. Поехали. Быстро, 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 а то сейчас закроются. Тут зомби меня чуть не съел. Ты чё тут забыл? Так, уходи, уходи. Все тут пусто? Да вроде бы пусто. Оп. Даже не пришлось нам ее переворачивать, а то обычно если не переворачиваешь, то все. Как шарик рассказывал. Чё? Почему так много зомби-то? Прям три. Не... Ух ты, еще малыш. Так. Чё за кнопка? Судя по всему, она активирует эту пилу. Ну что ж, нажимаем. Точно, точно, смотрите, поехала. Хоп. Хоп. Так, уже два зомби побеждены. Так, 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 а ну-ка, а ну-ка. Есть! Все. Теперь мы можем спокойненько, спокойненько туда отправиться. Нет, 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 не так спокойненько, чтобы меня пила это раздавила. Так, а наверх мы не можем, да? Чё? Да зачем я наверх выскочил? Эх, неинтересно. Так, стоп, 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 звездочку отдайте мне. Ух, а теперь можно прыгать. Вау. А ну-ка, теперь ту. Смотрите, тоже вышло. Тоже вы... Да что ж такое-то? Так. 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 Все. Что? Как можно было меня так подтолкнуть, а? Ну, зомбачки попадаются, конечно, еще те. Эх. Так, а как
как мне туда пробраться? Эй, что? Ты помог мне пройти уровень? Зомби? Серьезно? Но нет, я тебе не шарик. Все, теперь мы точно не помиримся. Давай открывай мне двери. Сейчас я тебе надеру задницу. Ну-ка иди сюда. Ну-ка получай. Как тебе? Глаза чуть не вылезли, да? Я ж тебе не шарик. Мы с вами воевали очень долго, поэтому я раздумывать не буду. Раздавлю тебя, зубачок. Так. Так. И теперь на эту сторону. И, ребятки, мы еще одного зомби встретили. Так, а что здесь? Чё, палочка какая-то. А, это нужно бревном кнопку открывать. Давайте быстрее. Ждем, 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 ждем. Толкаем. И двери открыты, ребятки, мы прошли уровень. Я надеюсь, вам он очень понравился. И жду от вас кучи лайков. Ну что ж, ребятки, с вами был Спойлер Иду. Всем всего хорошего. Решек еще проявит себя. Всем пока.